А вдруг бомба? В преддверии Дня знаний полицейские проверяют все торговые комплексы города на наличие террористических угроз. Правоохранители ежедневно патрулируют все крупные магазины Челябинска в поисках экстремистов. Также на всех въездах в город полицейские круглосуточно проверяют автомобили с иностранными номерами. С целью предупреждения и пресечения террористических угроз и других проявлений деструктивного характера сотрудниками управления МВД России по городу Челябинску усилены меры по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности. Правоохранители предупреждают, если вы нашли подозрительный предмет или обладаете информацией о готовящемся террористическом акте, просьба сообщить в полицию.